Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая часть видео с покупками с блошиных рынков. Первая часть вам очень зашла, вы это показали лайками, вы показали, что вам это нравится. И вот сейчас у меня на столе лежит куча всякой годноты, которую я отхватил сегодня на блошином рынке. Ездил я сегодня, решил поехать на большой блошиный рынок в Химке. Там он очень здоровый, но единственное, в последнее время он превращается больше, наверное, в вещевой. И какую-то технику, электронику выцепить там дешево, ну, практически невозможно. То есть там либо барыги, либо нужно искать реально в каких-то помойных контейнерах, и, в принципе, половину из этого я нашел именно там, половина из того, что здесь лежит. Как вы видите, уже одна очень интересная штука лежит на столе, я ее запостил и в Инстаграм себе, и ВКонтакте. В общем, многие, кто на Инсту подписаны с ВК, уже знают, что это такое. Ну и, в принципе, вот все остальное добро, которое я сегодня там приобрел. Суммарно, наверное, где-то 1000-2500 я на это все потратил, но все эти вещи достаточно интересны и заслуживают вашего внимания и сегодняшнего теста, обзора и включения. Друзья, перед тем, как мы начнем осматривать все вот это железо, обозревать его и пытаться включить, я хотел бы выразить большую благодарность моим друзьям из магазина Hobby Center за предоставленный мне для моих видосов квадрокоптер Xero Explore Mini. Теперь я могу снимать красивые виды, делать эпичные пролеты и прочие крутые штуки. Если вас интересуют радиоуправляемые модели, квадрокоптеры, другие крутые девайсы, переходите по ссылочкам в описании, заходите на сайт Hobby Center, можно в их группу ВК, также можете зайти на их YouTube канал, все эти ссылочки в описании. В общем, мы с магазином Hobby Center запускаем розыгрыш квадрокоптера Xero Explore Mini, точно такого же, как у меня. Условия крайне просты. Нужно проживать на территории России, так как доставка только по территории России, доставка за наш счет, подписаться на группу Hobby Center ВКонтакте и сделать репост записи розыгрыша. Ссылка на этот пост доступна в описании. Можете сейчас под видео посмотреть, перейти, вступайте в группу Hobby Center ВКонтакте, делайте оттуда репост. И также быть подписчиком моей группы Мэдди Мурк ВКонтакте. Тоже ссылочка будет в описании. Победителем мы будем выбирать 9 ноября на стриме в прямом эфире. Условия крайне просты. Подписывайтесь, участвуйте, ведь квадрик реально крутой, плюс в полной комплектации. А если вам просто интересны радиоуправляемые модели, переходите по ссылочкам из описания и выбирайте. С промокодом Мэдди Мурк вы получите скидочку в 5%. Всем спасибо за внимание, друзья. Участвуйте в розыгрыше. Квадрокоптер топчик. Мне очень понравилось. Очень удобно снимать пролеты, очень классно. Возможно, если я буду заниматься каким-то автоблогингом в дальнейшем, ну, пытаться, по крайней мере. Мне, думаю, этот квадрик очень пригодится. Так что спасибо еще раз Hobby Center. Ребята, все ссылочки в описании. Что ж, друзья, а мы теперь давайте перейдем к железкам, которые я сегодня приобрел на блошином рынке. Посмотрим на их состояние. Я подскажу вам цену каждой из них. С чего начать, не знаю, с самого простого. Стояла вот такая вот неприглядная, вот такого вот вида грязного башенка. Это башня Cooler Master, как я понимаю, она и под 7.75, и под 11.56, то есть 11.55, 11.51. Так как видите, ноги у нее двигаются, и можно без проблем переставить ее с 7.75 на 11.56, допустим. Башня на двух теплотрубках, достаточно большой радиатор. Ну, примерно эта башня, я думаю, аналог какого-нибудь Gamax 200, чуть меньше. Ну, а зато она шире. То есть, ну, думаю, примерно по эффективности, как Gamax 200T, наш самый народный. Купил я ее за сотку. То есть, не знаю, ну, человек, может, не знает ее цену, но вообще это очень годная штука. И башенное охлаждение я практически никогда не встречал на блошиных рынках. Да, она грязная, да, ее надо помыть. Видно, что ее сняли прям вот с какого-то компьютера. Не почистили ничего, и вентилятор от нее потеряли. Но штука годная. Для какой-нибудь сборки мне она отлично подойдет. С каким-нибудь i5, то есть с i3. Вообще без всяких проблем. Вот, кстати, можно эту башню будет применить на наш компьютер на i3, который я купил за 3500 рублей, потому что там боксовое охлаждение совершенно не справляется. Можно поставить вот такую крутую башенку. Это первая покупка, ну такая вот, ее тестировать нет смысла. Я уверен, что теплотрубки рабочие, с виду она целая. Далее, вот такую штуку я купил. Очень интересная карточка, у меня как-то была такая, но она была с отвалом. Это RGP карта 6600 на 128 мегабайт. Вот у нее есть маркировочка здесь, ее надо будет желательно сегодня проверить, посмотреть. Там у продавца были две 6600, но у одной были порезаны, порваны вот здесь дорожки. Я не стал рисковать ее брать, обе карты стоили по 100 рублей, то есть сотка за карту, и я взял, которая более цивильно выглядит.
В ней не сказать, что много какой-то грязи. Она не царапанная, не коцанная. То есть вот такая вот целая видеокарта. 6600 достаточно интересная карточка, учитывая, что у меня сейчас есть материнская плата под 775 с поддержкой двухъядерных процессоров. Можем заставить раскочегарить эту мощь с прошлого. Видите, это на самом деле, ну, грубо говоря, PCI-экспресс-карта через мостик, которая вот превращается в IGP-карту. И эти карты вообще поголовно страдали отвалом именно вот этого моста коммутатора. Поэтому у меня были две, по-моему, даже 6600, обе с отвалами, фена у меня тогда не было, прогреть было нечем. В общем, вот такая вот крутецкая карта. Проверим ее сегодня, включится, не включится. Если включится, идеальная штука в коллекцию, либо для вот сборки с Core Duo, потому что мы хотим, ну, я хочу раскрыть весь потенциал вот этой вот видеокарточки, так как с каким-нибудь 478 сокетом, увы, потенциал этой карты не раскрывается. В общем, еще 100 рублей, 200 рублей суммарно я потратил. Суперская штука, очень надеюсь, что она работает. Следующая вещица досталась мне за 50 рублей. Это вот такая вот мышь, думаю, все знают такие мыши. Это мышь X7, очень качественная. У меня одна такая прожила более 3,5 лет. И в итоге она ушла с моей сборкой. То есть я продавал свой компьютер целиком и продал мышь вместе с компьютером. Очень удобная мышь, у нее хорошая отзывчивость, хорошая эргономика. DPI у нее отличный, но она вся сальная, она вся грязная. То есть она не мытая, убитая. Думаю, на ее работоспособность это не сильно влияет. Я ее просто полностью разберу, вот абсолютно всю до основания, и всю ее обезжиривателем, растворителем помою. Думаю, даже софт-тач у меня получится частично восстановить. Надо будет ее тоже проверить, если она исправна. Даже если она дабл-кличит, можно поменять клики, в принципе. Не страшно. Но 50 рублей, пока что 250 рублей на все это было затрачено. Далее я купил, тоже вот валялась там у человека. Единственное, она проржавела одним местом, надо все мыть, смазать, почистить. А вот такая вот лампа. Лампа, которая крепится на вот такую вот защелочку. То есть берем и вот так с помощью этой пружины ее крепим. Она мне очень часто нужна, такая лампа, для всяких там ремонтов. То есть когда я что-то паяю, прочее, мне не хватает освещения. И эта лампа с вот таким фиксатором будет отличным мне помощником. То есть она не будет висеть, я думаю, постоянно. Я ее отмою, сейчас все отдраю, пересоберу. И эта лампа будет мне служить чисто подсветкой для ремонтов, для пайки, потому что очень хреново видно все. Нужно, чтобы лампа находилась непосредственно над предметом, который мы ремонтируем. Ну, тоже 50 рублей, всего уже 300 потрачено. Ну, годная лампа, я в магазинах их от 5-ти видел. Думаю, мне для ремонтов самое то. Как ни странно, но я на блошиных рынках покупаю скотч. У нас скотч в магазинах начинается от 120, от 150 рублей за вот такой моток хорошего качественного скотча. Там же я купил два вот таких скотча по 35 рублей. Это белый классический, если можно его так назвать. И здесь еще есть синий. Ну, там был красный, зеленый, я выбрал синий. Он такой средний, нейтральный и похож на почтовый больше. Так как я отправляю частенько всякие призы там на розыгрышах, посылки вообще подписчикам. Ну, в общем, часто пользуюсь услугами почты. Мне скотч нужен для упаковки, для всего прочего. То есть еще 70 рублей я отдал за скотч. Итого 370 рублей потрачено. А далее, конечно, это все не густо, это не круто, но мы сейчас перейдем к крутым еще вещам. Я просто показываю, так сказать, по нарастающей. Далее, я купил два вот таких вот кулера. Абсолютно новые, в своих коробках. Дипкулы с подсветкой голубой. Сами они кислотно-зеленого цвета. Купил я их по 100 рублей, учитывая, что в DNS они стоят, по-моему, по 195. Ну, поправьте меня, если ошибаюсь. По-моему, у меня вот в Московской области, в моем районе, они стоят 195 рублей за штуку. Именно с подсветкой. Я купил по 100, абсолютно новые. Там у этой женщины, как ни странно, эта женщина лет за 55, ближе к 60, у нее были еще кулера Deep Cool, еще были Zalman, абсолютно новые, в коробках. Но они все были без подсветки, и такие у меня есть. А вот 80-х с подсветкой у меня, к сожалению, совершенно не было. Так что вот такие вот классные кулера приобрел по соточке. 200 рублей, итого 570 рублей на это все потрачено. Далее, конечно же, как скажет транзистор, это iPhone, настоящий iPhone. Ну, это iPhone то ли 3G, то ли 3GS за 150 рублей купленный. То есть, ну, вообще не деньги, ребят. У него есть скол на сенсоре, как вы видите. И здесь видно, что сенсор и до этого менялся. Здесь торчит герметик из-под вот этой вот части алюминиевой, окантовочной. То есть этот сенсор уже переклеивался. Ну, понятное дело, что за свою жизнь этот iPhone повидал многого. Но сам дисплей внутри абсолютно целый. На просвет, если его взять. Сам дисплей целый. Меня, конечно, расстроило, что в нем ковырялись. Видно, его пытались скрыть ножом или чем-то другим. Грубо очень пытались скрыть. И то, что отсутствует сим-лоток.
Но это не беда, сим-лоток на Алике 120-150 рублей, и болтики айфоновские у меня есть. Ну и сенсор тоже можно купить, у меня есть фен, у меня есть клей B7000, сенсор поменять тоже не должно быть проблемой. И мы его тоже попробуем сегодня включить, посмотрим. У него, конечно, аккум, наверное, уже умер за это время. Ну, попробуем с лабораторника его запитать, включится он или нет. И было бы интересно восстановить такую вот реликвию. Это же Apple 3G или 3GS. Кто шарит, пишите в комментариях. Вот такая покупка еще за 150 рублей. И, конечно же, я не смог пройти мимо, конечно же, самой, наверное, настоящей, самой лучшей российской игры Lada Racing Club. Меня с этой игрой связывает многое. Чувство ностальгии, я не знаю, обзоры на нее и прочее. Поэтому Lada Racing Club лицензионная, с купонами, со скидкой за 35 рублей зашла просто на ура. Вот такую Lada Racing Club я купил. Вы только посмотрите, здесь ВАЗ-2112 тюнингованная. Это же супер просто. Да, тут смотрите, какой набор у этой игры. Здесь вообще реально круто. Так, диск отвалился один. Ага. Вот здесь есть макулатура. Правда, это все лежало под дождем. Увы, и наши крутые буклеты все промокли. То есть здесь были фирменные вот такие буклетики. Видите? Надо это все высушить, потому что это реально представляет определенную ценность. Здесь даже как играть. Я знаю, кому я отправлю этот диск, наверное. В общем, сейчас буду посушу эти буклетики. Есть купон на скидку. Вот, ребят, кому надо, пользуйтесь купоном на скидку. Разрешаю. Вот, пожалуйста. Ну, я не знаю, какая-то регистрационная карточка. И вот такие бумажечки. Класс. В общем, лицензионный диск Lada Racing Club на 4 дисках. Суперская покупка. Чисто даже для коллекции будет просто великолепно. Поставьте лайк за Lada Racing Club. Супер игра. Ставьте лайк, если в нее играли и играете до сих пор. Что ж, друзья, а теперь самая интересная, наверное, покупка. Вон тот компьютер не такой интересный, как вот эта покупка. Это настоящий Atari. Вы только взгляните. Это настоящий Atari 800XE. Как мы его нашли, мы проходили, смотрели всякие товары, и там лежала Sony PlayStation 1. Мы спросили у продавца, сколько стоит Sony PlayStation 1, он ответил нам, 1500 рублей. Ну, то есть цена явно неадекватная, потому что плойка первая уже даром никому не нужна. И рядом лежал вот такой вот красавец, реально абсолютно новый компьютер Atari, который имеет коллекционную ценность определенную. И мы спросили просто ради, наверное, рофла больше, сколько стоит Atari. Мы хотели услышать цену в 20 тысяч, в 10 тысяч, я не знаю, в 15. Но человек сказал, что стоит. Мы уже тут поняли, да, что человек не понимает всю ценность этой крутой штуковины. Мы его еще раз переспросили, он подошел, он сказал, 1000 рублей. Что? Он сказал, 1000 рублей. И, конечно же, сразу же я ее забрал. Вы только посмотрите. У нее даже пленочка осталась. Вот, Atari логотип, и эта пленочка, видите? То есть ее можно сейчас оторвать, и мы, можно сказать, лишим девственности этот маленький компьютер, очень старый. Эти компьютеры выпускались с 79 по 92 год. То есть это, что ни на есть, компьютер в 80-х. Именно вот такими компьютерами пользовались в 80-е годы, именно для домашних бытовых нужд. Есть, конечно, сотни аналогов всяких БК российских, то есть, но они ничем, они совершенно не интересны. Они не имеют никакой именно коллекционной ценности, да и в принципе они ничего не стоят. Их можно купить новые на Авито по 3000, тех же 80-х годов. А эта штука, купленная за 1000, это просто супер. Да, тут есть два порта для джоев от Dendy. Они должны сюда подходить и без проблем с ней работать, с этой приставкой. Также у нас есть для периферии вот такой вот вход под шлейф, наверное, или под док-станцию для этой Atari. И здесь у нас, увы, эта консолька, этот компьютер работает не с кассетным магнитофоном, а с картриджами, к сожалению. Где сейчас найти картриджи для него, я не знаю, ребят. Если у вас есть картриджи для Atari, и вы можете мне их выслать на время, не навсегда, я с удовольствием их приму на время. Пишите на почту. Почту можно найти в описании и в разделе о канале. То есть нужен картридж для теста. Также у нас здесь на монитор вывод. Есть аналог. Мы можем подключить ее к антенне без всяких проблем, и все должно работать. Так что попробуем подключить к моему обычному телевизору. И надо с блоком питания мне еще решить вопрос. Здесь этот 5-дин блок питания. Надо понять, где плюс, там где минус, разобраться, посмотреть по схемам. Но этот компьютер вообще, можно сказать, не тронут. Абсолютно идеален. Офигенное. Состояние просто великолепное, посмотрите.
На eBay такие от 120 долларов. Вот она, Atari 800XE и серийный ее номер. Интересно было бы узнать, какого она года, но, скорее всего, это останется тайной. Этого мы не узнаем. В общем, в отличном состоянии. Вот кнопочки Help, Start, Select, Option, Reset. Вот такая вот. Вот такой вот компьютер прошлого. Процессор здесь 1,77 МГц, ребят. Не гигагерца, а мегагерца. Так что я думаю, многим будет интересно посмотреть сравнение вот этого компьютера с современным расхайпленным гиперпнем. Я думаю, все-таки этот компьютер у гиперпня явно выиграет, потому что здесь 1,7 МГц. Но если без шуток, то шикарнейшая коллекционная штучка. Очень хочется ее включить, но с ней надо разбираться. Как только я хоть чуть-чуть с ней разберусь, надеюсь, что она включится. Если кто-нибудь пришлет мне картридж, мы ее запустим. Ну или можно ее просто запустить, попробовать хотя бы там, не знаю, старт написать, ну что угодно. Я не очень разбираюсь в бейсике. Но вот эта штука сделала просто весь мой день. И, возможно, этого видео даже не было бы, если бы Atari я не приобрел. 1000 рублей за коллекционную вещицу. И это круто, ребят. Ставьте лайк, если будете ждать ее обзора. В общем, вот такая Atari, я вам ее показал. Сегодня мы больше к ней возвращаться не будем, так как просто у меня банально не к чему ее подключить, и я ее не могу включить, проверить. Давайте посмотрим последний, так сказать, лот, который я урвал за 500 рублей, и которому так неравнодушен мой серый кот. Это компьютер, загаженный, грязный, просто в свинских условиях хранившийся компьютер. Здесь у нас видеокарточка X1650 Pro, по-моему. Здесь, почему я купил этот компьютер, из-за чего? Здесь стоит хард на 500 гигабайт Western Digital. Вот здесь прикручен, ну, вы видите по наклеечке WD Blue, не буду его вытаскивать, тут все очень грязно. Здесь есть хард на 500 гигабайт, здесь стоит MaxStor 80, здесь есть два привода. Один пишущий, вот этот вот, DVD, один CD просто, ну его выкинуть на помойку надо, то есть он не представляет вообще никакой ценности, просто CD-привод компакт-дисков. И блок питания, неплохой блок питания, не сказать, что очень крутой, но и неплохой Thermal Take 430 Вт. То есть для какой-нибудь средней сборки, среднебюджетной, он тоже подойдет. Ну и про оперативную память не стоит забывать. Здесь две планочки Samsung по 1 гигабайту. Я не знаю, я, по-моему, уже сказал, купил я все это добро за 500 рублей. Подошел мужчина, явно такой подпитой сильно. Сказал, что этот компьютер все работает отлично, а потом увидел, что у него нет процессора и охлаждения. Вообще, этот компьютер стоял в таком месте, где он его не видел, можно сказать, продавец не видел, что происходит с компьютером. И какой-то ушлый человек подошел просто и вырвал охлаждение вместе с процессором. Вы знаете, как прикипают AMD-шные процессоры к охлаждению, и просто кто-то его дернул, ну и, собственно, вот так вот его украли. Так что отдали мне его за 500 рублей. А если бы не, вот, не украденный процессор, я думаю, продавец хотел бы за него там весь миллион, без шуток. Потому что на блошиных рынках такого контингента полно. В общем, друзья, вот такая вот годнота. Давайте быстренько это все проверим. Потому что мне интересно проверить вот этот компьютер. Я сейчас найду AM2 Proz, поставлю монитор, попробуем его включить. Ну и также проверим технику Apple, мышку и видеокарту. Что, друзья, начнем с компьютера. Включение. Поставил посткарту, поставил процессор сюда, AM2. Крепление сокета сломано, поэтому пока сразу радиатор ставить не будем. Я его лежа, если что, запущу. Давайте попробуем просто бабахнет, не бабахнет. Не бабахнул, он стоял под дождем. Прошло часа 4, как я его купил. Ладно, давайте пробуем. Опа. Посткоды побежали, побежали. Побежали посткоды. Опа, ну-ка, ну-ка. Изображения нет, хард затрещал. Нет, что-то не хватает ему. Увы, что-то ему не хватает. Может быть, память? Понятно, по памяти ошибка у него. Ошибка по памяти, не знаю, с чем связано. Но ошибка по памяти. Может быть, вся оперативка не работает. Здесь все очень загажено, если честно. И удивляться тому, что у него ошибка по памяти вообще не стоит. Так, еще раз. Спикер подключен. Давайте без памяти попробуем. Спикер есть, должен запищать. Включился, ё-моё. Включился? Включился, ребята. Так, посткоды прошли. Как посткарту можно вытаскивать. Короче, в чем проблема? Не знаю, как это работает, но проблема заключается в следующем. Почему-то не со всеми процессорами эта мать стартует. То есть
Да, это звучит бредово на самом деле, потому что это М2. Я вставлял туда атлоны вторые, в основном двухъядерные, атлон X2 64, не вторые атлоны. Также я пробовал феном первого поколения. У меня есть феном первого поколения, который должен без прошивки работать на этой матери. Пробовал даже атлон 64X2 более старый, уже весь загвазданный. Разные ошибки, разные посткоды с этими процессорами. Но вот, наконец-то, спустя 10 минут возни, он включился, он дал картинку. Я включил вентилятор, так, просто положил радиатор пока, поставил другую карту. И, в принципе, можно попробовать его включить и все-таки дождаться загрузки винды. Все очень загажено, и пользоваться им в таком виде, разумеется, нельзя. Вообще категорически нельзя, но давайте попробуем включить его и зайти в BIOS хотя бы. Посмотреть, определяются ли наши хард-диски. Так, зашли в BIOS, давайте посмотрим хардвер-монитор, посмотрим температуры. Процессор 37 градусов пока в таком виде, нормально. Блок питания, кстати, смотрите, выдает 12 вольт, 5,1. То есть его нужно обслужить, почистить, и у меня будет термалтейк на 430 ватт. Так, заходим, смотрим, что у нас по хардам. Опа, так, ВД-шка определяется, 500 гигабайт. Мне только она интересна, в принципе. Супер. Давайте попробуем загрузиться. Вдруг с какого-нибудь харда он загрузится. На нем даже, возможно, есть операционная система. Пусть с Макстера загружается. Скорее всего, операционная система на IDE носители, потому что, не знаю зачем, но в свое время ушлые NK и так делали. Ставили SATA как файлопомойку, а IDE как основной. То есть это бред, конечно. И я считаю... Так, Primary Slave, Hard Disk Smart Bed, Backup and Replace, то есть Макстер на помойку. Если уж Smart BIOS говорит об этом, то, вероятнее всего, все, он мертвый абсолютно. Но мать работает, у матери уже не отвал моста, и это не может не радовать. То есть это, о, супер, деньги потрачены не зря. Даже ось какая-то грузится. Я слышу по отрезку харда, это XP-шка. То есть у нас даже на нем винда есть, ребят. Это вот не постанова, вот компьютер включен и работает. Правда, я 1 гигабайт из него изъял. Это Vista, что ли? Ё-моё. Да, это Vista, смотрите. Vista Home Premium. Нет, активировать мы не будем. Чё, клавиатура не работает? Круто. Что, ребятки, несмотря на тарахтящий Mac Store, очень сильно убитый, еле открывающий папки, у нас здесь полная файловая система, сохраненная от предыдущего владельца, его звали Алик, у него есть фотографии здесь, очень много фотографий, какие-то файлы, Алик ПК, это, скорее всего, его личные данные с рабочего стола, с моих документов. То есть кто-то ему бэкапил, я говорю, бред, Никей. Последний раз пользовались в 2016 году этим компьютером, то есть спустя 20 с лишним года я открыл этот ящик Пандоры, и он включился, смотрите. То есть без всяких проблем мы можем копаться в чужих данных, у нас есть полные документы, рабочий стол. Я да уверен, у нас даже кэши браузеров все на месте. Если мы откроем Chrome, без мышки, конечно, неудобно, ребят, но уж извиняйте. В общем, ребят, Chrome остался полностью с пользовательскими данными. Сейчас открывается история. Жесткий диск очень сильно трещит. Такое ощущение, что он сейчас вылетит за орбиты. Не буду это ждать. Бог с ним. И, в принципе, продавец не соврал. Действительно, этот компьютер был рабочий до того, как у него украли процессор. Сейчас стоит AMD Athlon 64X2, 3800, 2 ГГц и 1 ГБ АЗУ Windows Vista. В общем, в целом все работает. Компьютер полностью исправен. Нужно его обслужить. Нужно, естественно, нужно привести в порядок и блок питания, и материнскую плату, поменять вот это крепление. Но компьютер работает. Не знаю, что с этой карточкой. С ней он тоже не стартовал. А, скорее всего, может, прогар, отвал, не знаю. Вот такая 1650. У меня их 5 штук есть. Бесполезная карта в наше время. Давайте заодно проверим мышь X7. Что-то я тупанул. Сижу без мышки, пользуюсь ПК. Если у меня есть X7 мышь, можем сразу проверить ее исправность. Загорелась. Вы не видели, но здесь проморгала лампочка. Светодиод, вернее. Да, конечно. Здесь еще EZ Note 32 антивирус стоит. Я думаю, сейчас эта мышь, как новое устройство, будет определяться 1000 лет. Ну, здесь, в общем, мышь не определяется. Хотя индикация световая говорит о том, что
она должна работать. Ладно, это на моем еще попробуем. Так что по итогу этот компьютер оказался полностью исправен, требует полной чистки, полного обслуживания. Этим я займусь когда-нибудь, я его отставлю в дальний ящик, пусть стоит. Возможно, когда-нибудь мы его починим. Не могу обещать. Мне он сейчас не интересен. Я его купил только из-за харда и блока питания. Корпус явно на помойку отправляется. Так что такие дела, ребят. Что, пойдемте тестанем, попробуем включить вот этот вот iPhone. Мне очень интересно, работает он или нет. Хоть как-то, может быть, он включается. Ну и попробуем вот эту видеокарточку. Будем подводить итоги по сегодняшнему видосу. Что, ребята, далее у нас тестик iPhone. Вот это вот третьего. Выставил 5, так что-то, 5,3 где-то вольта. Вот у нас USB от лабораторного блока. Давайте попробуем воткнуть. Посмотрим, будет ли хоть какое-нибудь потребление у него. Так. Ну, неудивительно. Абсолютно нулевое потребление. Может, и сам разъем не исправен. Может быть, в самом яблоке уже аккум настолько сел, что не может принять зарядку. То есть его нужно подтолкнуть, так сказать. Но факт в том, что не включается, не заряжается, разумеется. Ну, как говорится, все было бы так просто. Да, iPhone надо разбирать, пытаться столкнуть аккумулятор. Так что здесь все не так просто, как мне казалось раньше. Все. Ладно, с ним разберусь уже за кадром. Давайте проверим видюху. Что ж, друзья, проверим карту. Так, процессор не перегреется. Там Celeron D, ничего с ним не случится. Так, 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 давайте, поехали. О, дым пошел. Или пыль. Звук ужасный, конечно. Кулер мертвый на карте. Но, увы, ничего не происходит. Похоже, карта дохлая. Мать точно исправна. Ну, сейчас, ладно, одну планку памяти выдерну. Давайте еще раз. Очень будет обидно, конечно, если 6600 мертва. Но, скорее всего, так оно и есть. Да. О, опа, все, 6600, 128 мегабайт. И перегрелся процессор. Положил сейчас небольшой радиатор на процессор. Как видите, карта без артефактов. То есть появляется картинка, она пишет 128 мегабайт. И NVIDIA 6600. Так что эта покупка тоже, благо, удалась. Я уж подумал, уж совсем расстроился. Думал, сейчас 6600 мертвая. Но нет, у меня теперь в коллекции отличная карта. Она, конечно, требует обслуживания. Но я думаю, что она найдет свое место в моих сборках, в моей ретро-коллекции, если ее можно так назвать. Супер, отличная покупка за 100 рублей. Она полностью оправдана. Что ж, друзья, в принципе, все проверили. Практически все работает. Atari единственное я не смог проверить. Ну ладно, это мы проверим позже, даже запишем об этом видео. Давайте подведем итоги по сегодняшней вылазке и по тем ништякам, которые я нашел. Ну что, друзья, вот такой вот сегодня был классный выпуск. Очень годные штуки. То, что я нашел вот такую Atari, это просто чудо. Ну, вернее, я нашел ее не я, а мой товарищ, за что тебе спасибо. Я думаю, ты смотришь. В общем, это очень круто. Такая находка просто определенно стоит и времени, и сил, ну и денег, чтобы в нее вложить. Попробовать ее включить. Все-таки это целая эпоха. Люди на этом сидели, люди этим пользовались, люди на этом играли. И кто-то даже умудрялся работать. Кто-то начинал программировать с вот таких компьютеров. А тут у нас абсолютно новый экземпляр. То есть компьютер 80-х годов просто топчик. Ну и то, что все остальное завелось, ребят, кто-то говорит, что мне банально просто везет, может быть и так. То есть я покупаю всякий хлам, всякое говно без какой-либо проверки, у меня все всегда работает. Вот, ну, практически всегда, в 90% случаев у меня все работает. Поэтому, если вы, в принципе, по жизни невезучий человек, я думаю, вам не стоит заниматься подобными вещами и тратить вот так деньги без проверки, покупая какую-либо электронику где-то в таких местах, как блошиные рынки. Лучше идите в магазин и покупайте все новое. В общем, с Atari будет видос. Ребят, у кого есть к ней картриджи, напишите мне, пожалуйста, на почту. Я с вами свяжусь, обсудим. Я с возвратом, конечно же, с возвратом возьму у вас их погонять. У кого, может быть, есть комплектный блок питания, может быть, какие-то дополнительные периферийные устройства без самого девайса. Я там по договоренности. Если вам не нужно, я, конечно, приму в дар. Если вам нужно, я все обратно вам верну. Так что ждите выпуск с вот таким Atari. Мне очень интересно, ребят. И также хочу напомнить, еще раз сказать спасибо компании Hobby Center, которая подогнала мне квадрокоптер для съемок. И хочу напомнить, что вот он, смотрите, абсолютно новенький, даже не распечатанный.
ждет вас. Ссылочка в описании. Переходите, вступайте в группу хобби-центра, вступайте в мою группу, делайте репост. И уже 9 числа мы выберем победителя прямо в прямом эфире. Все честно, все прозрачно. Вот такой вот Xero Explorer Mini ожидает вас. Так что, ребят, по ссылочке в описании приходим, подписываемся и участвуем. Топовый розыгрыш и топовый приз, который достоин вашего внимания. Вот такой вот был выпуск, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!